Перед нами миниатюрная схема звукового сигнализатора включения. В ряде радиоэлектронных разработок и схем иногда необходимо кратковременно озвучить включение или выключение того или иного устройства или его части. Например, с пульта дистанционного управления конденсионер издает кратковременный приятный писк и постепенно обдает пространство воздухом. Также по аналогии работают и холодильники, и стиральные машины. При включении и выключении раздается кратковременный писк. Предлагаемая схема проста и удобна в эксплуатации и очень надежна. На элементах микросхемы К561LA7 собран звуковой генератор и малюсенькое реле времени. Изменением емкости конденсатора C2 можно изменить время действия звукового сигнала. При емкости конденсатора 1,5 микрофарада, это не полярный конденсатор, длительность звучания писка равна 0,5 секунды. Изменением емкости конденсатора C1 можно в небольших пределах изменить тональность сигнала. Если нужен достаточно громкий звук, схему необходимо дополнить каскадом на транзисторе и применить динамическую головку. Резистор R на 220 Ом в этом случае служит регулятором громкости. Также можно использовать эту схему на открывание или закрывание дверей, или жалюзи, или окон. Ну, например, на дверной коробке крепится стационарный гиркон, подключенный вместо переключателя S1, а напротив него на подвижной части установлен магнит. Когда магнит проходит под гирконом, устройство об этом кратковременно сигнализирует. Как использовать эту миниатюрную схему звукового сигнализатора, подскажет ваша фантазия. Питается эта миниатюрная схема от напряжения 5 вольт до 15 вольт постоянного тока. Ссылку на принципиальную схему вы сможете найти в описании под видеороликом. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилась эта схема и видеоролик. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы знакомимся и разбираем, как работают интересные, полезные и несложные электронные схемы.